Немного о спорте. В рамках спартакиады «Олимпионик» 2018 прошли соревнования по гандболу среди девушек. На них приехали ученицы из люберецких школ. Всего же за выход в финал боролись 6 команд. 6 команд по 7 игроков в каждой сражались за выход в финальный этап игр. Вообще, это относительно новый вид спорта в России. В нем собраны некоторые элементы баскетбола и даже футбола. Но девушек, главных участниц соревнований, это привлекло еще больше. Мне понравился этот вид спорта, и я хоть им не занимаюсь, но я хочу продолжать дальше. Участниками соревнований по гандболу стали ученицы 9 и 11 классов люберецких общеобразовательных учреждений. По результатам игр победители поедут защищать честь округа уже на областных соревнованиях. Надо сказать, что вид спорта очень интересный, динамичный, но в этом году это у нас, как бы сказать, пробный такой, в общем-то, вид спорта. До этого ни разу не участвовали, и для популяризации этого вида спорта решили в этом году устроить соревнования. Если соревнования у нас приживутся, то будут устраиваться каждый учебный год. 27 апреля пройдет еще одна игра, где команды, занявшие первые места, а именно в первой зоне школы номер 10, во второй гимназии номер 16 и в третьей зоне гимназии номер 20, уже сразятся за первое, второе и третье место. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, я Луиза, вы смотрите телеканал ЛРТ, подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и комментируйте, и вы будете в курсе самых интересных событий.